Рецепт у всех один. Клади яблоки и тесто, и все, и будет нормально. И главное душа, да? И главное душа. Это самая главная душа, когда, да. А пироги тогда получается, если от души все сделано, все в радость улетает. Наполняем желудок и радуемся жизни. Да, тем более сегодня такой праздник. Праздник. Да? И у нас праздник. День яблочного пирога. Никаких других нету, только яблоки. Это вы придумали? Это жизнь придумала. А мы ее воплотили в жизнь. Этот, спасибо, да, большое. Хороший праздник у вас сегодня получился. Да, мы первый раз такой видим. Ну, сегодня же яблочный спас. А сегодня яблочный спас. Прям хорошо у них к этому празднику подгадали. Да. Хорошо. Как вам живется-то в этом микрорайончике? Мы в старом живем. 100 лет живем уже здесь. Да. Мы здесь живем очень давно. Давным-давно. Здесь там хорошо у вас, тут заявлено. Тут у нас это новое, а мы живем туда дальше в этих. Подальше, да? Да, в пятиэтажках живем. Ну вот, ну в день яблочного спаса что хотели пожелать всем жителям, которые здесь собрались? Войны не было. Самое главное. Очень хорошо живется, отдыхается. И вообще наша Раменская – самый красивый город. Все уголки, каждый уголок города Раменска – капелька России. Пирожки очень вкусные. Вся администрация, компания «Веста» приложили много усилий для организации такого шикарного праздника для жителей залинейной части города. А что вы хотели пожелать соседям, которые здесь с вами сегодня собрались? И никуда не уехали на огороды и на дачи, а пришли во двор. Здоровья, счастья, веселья. Пусть будет мир на земле. И всем живется хорошо. Очень хорошо.